Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Короткая рабочая неделя подошла к концу, а впереди у нас целых 3 выходных дня. Как провести время культурно и с пользой, я расскажу прямо сейчас. День защитника Отечества – один из самых важных праздников в нашей стране. И на этих длинных выходных для самарцев приготовили множество тематических мероприятий. В театре «Самарская площадь» 23 февраля состоится спектакль «Красное вино Победы». 6 героев, оказавшихся в госпитале весной 1945 года, испытывают противоречивые чувства. На поле боя они получили ранения, но тишина и стерильность больницы для них непривычны. Каждый готов бороться за свою родину до конца. Их история никого не оставит равнодушным, заставит переживать, грустить и порой улыбаться. Начало спектакля в 18:00. В Доме культуры «Победа» в этот день пройдет праздничный концерт местных творческих коллективов и приглашенных гостей «Одна на все времена». В программе музыкальные и танцевальные номера. Начало в 16:00. Вход свободный. 23 февраля в 21:00 на набережной Волги пройдет световое представление, которое продлится 20 минут. За это время прозвучат 30 залпов из гаубиц, а также в небо выпустят около 350 фейерверков из установок «Вега» и «Ассоль». 25 февраля музей Эльдара Рязанова приглашает на интерактивную экскурсию «Запасная столица» в ракурсе кинохроники. На ней вы узнаете больше об уникальной судьбе нашего города во времена Великой Отечественной войны. С первых ее дней шла эвакуация промышленных предприятий и людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии расскажут о запасной столице через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Рассказ экскурсовода будет сопровождаться показом кинохроники. Среди них кадры исполнения Шостаковичем 7-й симфонии и празднование куйбышевцами Дня Победы 9 мая 1945 года. Начало экскурсии в 14:00. 25 февраля музей-галерея «Заварка» приглашает всех желающих на прогулку «Дрейф» по парку «Дружбы». Это возможность оказаться в месте, которое вдохновило команду музея на создание выставки «Человек и дерево». Именно здесь с 2017 года стали появляться необычные деревянные скульптуры художника Сергея Ключникова, работы которого собраны в экспозиции. Благодаря деятельности мастера парк преобразился, став галереей под открытым небом. Прогулка будет организована через практику дрейфа. Подобные экскурсии часто проходят в игровой форме, с непосредственным взаимодействием в различных точках места с тем или иным городским объектом. Начало в 13:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.